Об итогах деятельности приоритетного проекта «Эффективная АПК» рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Мусафинди Велимурадов. В республике более 1000 сельхозпредприятий, 17 тысяч КФХ и большое количество личных подсобных хозяйств. Программа развития АПК – это комплекс мероприятий, которые выполняются в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, муниципалитетами, различными общественными организациями. Если конкретно, говорит, это теплица на площади 31 га, в том числе в первую очередь проект ООО «Агромир» на площади 4 гектаров, вот, современные теплицы построены. 30 животноводческих ферм на 7600 мест. 5 цехов по переработке мяса общей мощностью 17 тонн в сутки. 35 откормочных площадок для 33 тысяч голов мелкого рогатого скота, 29 объектов переработки молока, в том числе производство сыров.